последние дни в социальных сетях, городских пабликах, группах и сообществах петропавловцы активно обсуждают состояние новой брусчатки, которую положили на улице Конституции в прошлом году. Кто виноват и будет ли подрядчик исправлять свои ошибки? За комментариями мы обратились к специалистам городского акимата. В 2017 году была проведена замена брусчатого покрытия по улице Конституции Казахстана. В текущем году было проведено комиссионное обследование, установлено, что действительно имеются факты разрушения брусчатого покрытия по улице Конституции Казахстана. В рамках гарантийных обязательств подрядной организации «Енбек Казалжар» будет проведена замена брусчатого покрытия по улице Конституции Казахстана.